Добрый день. Сегодня заменим на Land Rover Discovery 3 сальник редуктора заднего моста. На хвостовике побежал. Такая здесь случилась. И на правом приводе тоже побежал. На левом сухо. Левый мы трогать не будем. Начнем с того, что сейчас сольем масло, демонтируем вот этот кожух, экран теплоизолирующий. Вот не знаю, глушитель будет, не будет мешать. Пока снимать не будем, но если будет мешать, снимем и глушитель. Начинаем пока со слива масла. Слил масло. Открутил пробочку. Масло там уровень нормальный, потому что его доливали в связи с подтеками. А вот сливную пробку не снимали. Вот я ее сейчас снял. На ней вот такой вот ежик. Масло чистое, хорошее. Но ежик присутствует. Это понятно, вот. И должен быть незначительный. Все-таки у автомобиля пробег 170 тысяч. Для 170 тысяч это не смертельно. Притом мост не гудит. Не воет нормально. Сейчас пробочку помою. Масло сольется, на место закручу. Сняли экран, теперь откручиваем подвесной подшипник. Открутим подвесной подшипник, открутим кардан. Здесь головочка ешка. Берем, откручиваем. Ваша? Я понял, так а
что, почему аппарат-то 2500, он 1,5 миллиона стоит? Сняли кардан, сейчас откручиваем гайку фланца, снимаем фланец и будем доставать сальник. Гайку я открутил, перед этим я снял колеса и через тормозной диск, через суппорт заблокировал, чтобы не прокручивалось с двух сторон, вот так вот, и сорвал головку. Головка здесь на 32, теперь берем съемник и стягиваем фланец. Вот под рукой оказался вот такой вот съемник. Поставил его. И вот он им стягивается. Сейчас стяну фланец. Покажу. Стянул фланец. Выработки-то... Выработки на фланце особой нету. Сальник от времени устал. Так, ну, страшного здесь ничего нет. Даже вот видно сверху, что по сальнику бежало. Сейчас снимаем сальник, ставим на место новый. Сальник будем использовать Кортека, не оригинальный, оригинальный не стали заказывать. Ставим Кортека, номер по сальнику подскажу. Ладно, снимаем сальник. Ну, все, сальник вытащил, протер там все. Новый сальник фирмы Кортека, номер его 82037060, размеры, вот они снизу тоже указаны, 51 и 5 на 84 на 54 10 на 15. Сам сальник, размеры не указаны. Сейчас обезжирил кромочку, мажем герметиком. Старый сальник тоже на герметике сидел. И оправочкой посаживаем его на место. Сейчас поставлю, покажу. Ну все, кардан поставили. Поставили так же по меткам, как и снимали, пометили. Болты затянули. Подвесной подшипник тоже затянули. И спереди также по меткам поставили. Тоже затянули 6 болтов. Теперь ставим теплозащитный экран на место. С
собираем. Так, масло залили. Вот оно, маслозаливная пробочка. Налили с него уровень. Побежал. Масло 1,8 литра где-то входит. Все, закрываем пробочку. Ставим колеса, опускаем. Ну все, собрали. Клемму аккумулятора минусовую снимали. Машину опустили, подвеска сама опустилась. Сейчас накачает, обучит. И все, будем проверять. Сальник хвостовика на заднем редукторе мы заменили. Пройдет 2 недельки, залезем менять сальник заднего привода правого. И заодно посмотрим сразу, как себя ведет сальник хвостовика. На этом все закончили. Всего вам доброго. До свидания.